Ах, вы негодники. Я сейчас хорошенько отшлепаю вас. Другого места для футбола не нашли? Разве в этом дворе есть только мое окно? Послушай, Тазо, ну что с тобой? Не под с утра настроение. Дядя Тазо, мы ставим стекло. Сколько раз можно повторять, чтобы перенесли ворота к калитке? Послушай, не склероз ли у тебя, Тазо? Эти ворота установил еще твой отец, когда был мальчишкой. И они стояли именно на этом самом месте. А ты поставь решетку на окна, как я, и спи спокойно. Пусть мои враги живут за решетками. Дядя Тазо, до вечера обязательно вставим. Никаких до вечера. Немедленно замерь стекло. Размеры я знаю наизусть. 45 на 110. Во дворе полно народу. Как ты отсюда уйдешь? Не твоя забота. Как это не моя? А если твой муж узнает? О том, что я к тебе хожу, знает весь свет. А со своим мужем я давно развелась. Официально. Но вдруг он захочет помириться. Ты что, не с той ноги встал? Я никуда не спешу. Приберусь в квартире. Приготовлю обед. А потом вместе посмотрим телевизор. Какой телевизор? Я и забыла. Ведь ты живешь в каменном веке. Как ты обходишься без телевизора? Прекрасно обхожусь. Тазо. А ты хотел бы иметь такую жену, как я? Разве нормальная женщина променяет своего мужа на меня? Но ты всегда мне нравился больше. Что тебя привело, Тазо? Решил купить телевизор. Какой посоветуешь? Знал я одного нормального человека, который мог жить без телевизора. Зачем тебе этот ящик? Все равно ничего стоящего нет. Можно тебя на минутку? Извини, Тазо, я ненадолго. У вас действительно нет телевизора? И никаких других источников информации. Я даже газеты никогда не выписывал. Я тебе продам хороший телевизор. Вижу, ты хороший парень. И кажется, мингрелец. Угадали. Это хорошо. А какой марки? Такой телевизор, что один раз включишь, выключить не захочешь. Если порядочные люди не будут помогать друг другу, то кто нам поможет, не так ли? Оставьте меня. Самсон! Когда мне зайти? Послезавтра. Ждем партию Иверии. Прекрасный телевизор. Что от тебя надо этому человеку? Он с утра здесь крутится, надоел всем. Это не твое дело. Занимайся, чем тебе положено. Я научу тебя уважать старших. Убирайся отсюда. Успокойся. Убирайся, я сказал. Зачем так волноваться? Какой наглец, а? Должен вас предупредить. Нервные клетки не восстанавливают. Нет, кто ему позволил? Отпусти меня. Я научу его уму-разуму. Опять по-мингрельски. Я не знаю мингрельский настолько хорошо. Как не знаешь мингрельский? Я всю жизнь живу в Тбилиси. О, несчастная мингрелия. До чего ты дожила? До свидания. Не обижайтесь, дядя. Пойдем лучше выпьем по бутылочке вина, съедим по шашлыку. По бутылочке вина это хорошо. Но сначала посмотрим на телевизор. Согласен. Если это близко. Кирилле, Квинтрая. Тазона Дарая. Это рядом. В двух шагах. Пойдем со мной. Пойдем, сынок. Я тебя научу мингрельскому. Пойдем.
Подожди меня здесь. Понимаешь, телевизор не мой. И если хозяину не принести аванс, он не отдаст телевизор. Давай деньги. 300 рублей хватит? Лучше 400. Хозяин большой, жмут. Видели, Таза? Да. Меня послал дедушка Кирилле. Пойдемте. А где он сам? Не знаю. Сказал, передай эту коробку человеку по имени Тазу. Он стоит у калитки. Вы ведь Тазу? Ты знаешь дедушку Кирилле? Нет. Никогда раньше не видел? Никогда. Куда он пошел? Откуда я знаю?
Тазо! Телефон! Тазо, к телефону! Буду скучать по тебе и по каждому. Слушаю. Тазо, это я. Прийти? Не надо, голова раскалывается. Приду и принесу лекарства. Я уже принял анальгин. Не ври, у тебя его нет. Я все-таки приду. Не приходи. До встречи. Спасибо тебе, Ксения. Не за что, сынок. Литовские футболисты выстраивают живую стенку. В стенке 6 футболистов. Гурули готовится выполнить штрафной. Сильнейший удар, и счет становится 1-1. Гия Гурули прекрасным ударом посылает мяч в левый угол. Посмотрите еще раз, как это произошло. Вратарь не смог дотянуться, и счет становится равным. Прекрасно. Прекрасно сыграли. Прекрасно сыграли наши футболисты. Сукристос начинает игру. Иванаускас. Нарбековас. Пас в сторону штрафной. Мяч уже в штрафной. Опасная передача вдоль ворот. Еще один удар. Еще удар. И счет становится 2-1. Болтушников забивает второй гол. Очень красиво сыграли в этом эпизоде литовцы. Давайте посмотрим еще раз этот повтор. Посмотрим. 2-1 в пользу сборной Литвы. Пирцхалава в середине поля. Передача Качарава. Затем Гогричиани. Передача Гурули. Снова вступает Качарава. И Качарава в высоком прыжке посылает мяч в ворота. 2-2, дорогие друзья. 2-2. Грузинские футболисты сравняли счет. Это произошло на 81-й минуте. За 9 минут до окончания матча грузинские футболисты сравняли счет. Посмотрите, посмотрите на этот прекрасный гол. Давайте, давайте еще раз посмотрим этот волнующий момент. Литовские футболисты снова вводят мяч в игру. Болтушникас. Болтушникас и... Это ты? Где ты был до сих пор? Да вот дела. Я принесла лекарство. Возьми. Что-нибудь случилось? Что происходит? Митинг? Нет, футбол. А кто играет? Кажется, наши с Литвой. Разве они вчера играли? Нет. Как это? Матч закончился в ничью. Второй гол забил Качарава на 81-й минуте. Я уж думал, что наши проиграют. Не морочь голову. Вот билет. 27 мая. Западная трибуна. Даем и пойду. 27 мая, не понимаю. Я своими глазами видел, как Качарава забил второй мяч. Куда же тогда идут люди? Хватит меня разыгрывать. Я не ребенок все-таки. Что это на него нашло? Иногда бывает.
Не нервничайте, счет будет 2-2. Второй мяч забьет Качарава. На 81-й минуте. Игра подстроена? Да какой там подстроена? Не скрывай, скажи правду. Да отстань ты. Можно войти? Заходи, Тазу. Телефон на окне. Я не из-за телефона. Садись, Тазу. Тетя Сеня, вы Тбилиси смотрите? А когда Москва говорила по-грузински? Я переключу на секунду. У вас программа есть? Посмотри среди газет. Сегодня суббота, да? С утра была суббота. А концерт Бурчуладзе сегодня показывают? Пата Бурчуладзе поет завтра, воскресенье. Поразительно. Сегодня на Тбилисском ипподроме разыгрывался большой приз Кавказа. В скачках принимали участие конники Грузии, Азербайджана, Армении, Дагестана, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Работал тотализатор. Большой приз Кавказа в 6 тысяч рублей завоевал... Ты, Ксения, я позвоню в ТОЭС. Звони. Алло, ТОЭС и я? Это ТОЭС? Да. На улице Лермонтова погас свет. В лаборатории академика... Академика Чаишвили. Здесь проводится сложнейший научный эксперимент, имеющий мировое значение. Присутствуют ученые из Америки, Германии. Что они подумают о нас? Пусть думают, что хотят. Я буду жаловаться. Нет, ребята, этот разговор не серьезен. Аргентинцы явные фавориты. Да они раздолбают камерунских, ты прав. Да подожди, у них один Марадон чего стоит? Да, говорят, у него травма. Да между прочим, они и без Марадона выигрывают. Ставлю 5-1 за Аргентину. Но минуточку, бывают и сюрпризы. А, ты знаешь что? Ты все записывай, чтобы был порядок. Ты все-таки 7 лет работаешь. Так, ну хорошо, ставлю 300. Минуточку, Камерун выиграет у Аргентины со счетом 1-0. Ставлю 500 рублей. Тебе что, делать нечего? Разве мои деньги не такие, как у всех? Там 500? 500. Возьми. Моя 1000. Устраивает? Устраивает. Когда прийти? Твое имя? Тазана Дарая.
Когда придешь? Завтра в 12. Ты, в принципе, можешь совсем не приходить. Это почему? Вот сидит знаток футбола. Он объяснит. Да, друг. Плакали твои денежки. Это поживем, увидим. Вот чудак. Ты никогда не поумнеешь. Не беспокойся. Я увидел счет во сне. В каком это сне? Мы же всю ночь не спали. В отличие от других, я вижу сны днем. Или вечером, только не ночью. Вам фото на паспорт или на обложку журнала? На паспорт. Тогда снимите серьги. Почему вы так грубо разговариваете? Да иди, извините, пожалуйста. Это заказано сегодня. На чемпионате мира по футболу произошла первая сенсация. Чемпионы мира футболисты Аргентины проиграли команде Камеруна со счетом 0-1. Который час? Без 12. Послушай, умоляю тебя, объясни. Как ты угадал, что аргентинцы проиграют Камеруну? Провел сеанс психоанализа. Научи меня. Научи, как ты это делаешь. Можешь не сомневаться, за Гугули не пропадет. Пожалуйста, но должен тебя предупредить, это очень трудно. Не у всех получается. Надо сесть в удобное кресло и представить, что ты на стадионе. На интересующей тебя игре. В мыслях надо прокрутить весь матч, от первой до последней минуты. И так же, как на стадионе, сделать перерыв на 15 минут. Закрой глаза и увидишь всю игру. А курить можно? Курить можно. Разговаривать нельзя. Но лучше и не курить. Больше шансов. Совсем брошенную его к черту. Наш мозг работает как компьютер. Запрограммируй его и запускай. Подожди. Когда Бенедикт появится? Арестовали старого Бенедикта. Забыл сказать тебе об этом. Плакали наши денежки. Не наши, а мои. Сейчас собираем по полсотни. Нужно 10 штук, чтобы замять дело. Золотой человек, Бенедикт. 7 лет работал букмекером и ни одного сбоя. Работу наладил как часовой механизм. Кто собирает деньги? Я. Кукури, да? Гугули. Гугули. Насчет психоанализа никому ни одного сбоя. Что, я с ума сошел? Эти кадры сняты сегодня утром в Синакском районе. Из-за проливных дождей уровень воды в речке Техура поднялся на 3 метра. Берега были надежно укреплены, но разбушевавшаяся река разрушила их и изменила русло. Прерваны телефонная связь и энергоснабжение. Под водой оказалась достаточно большая территория. Пострадали жилые дома и фермы для скота. 150 семей срочно нуждаются в эвакуации. Население на местах предпринимает все меры, чтобы предотвратить последствия стихийного бедствия. Создана правительственная комиссия. В районы бедствия направлены спасательные отряды. Выделена дополнительная медицинская помощь. В горах все еще продолжаются дожди. Алло. Подскажите код Синаки и номер телефона председателя исполкома. Напрасно моешь машину, дождь будет. Откуда? На небе не облачко. Спасибо. Соедините меня с председателем исполкома. Речь идет о жизни людей. Приемная, соедините с председателем. Он на совещании. Зайдите на совещание, попросите взять трубку и поговорить со мной. Дело очень срочное. А кто говорит? Вам звонят из Совета министров. Соединитесь с председателем, пока не поздно. Расскажите мне суть дела. Закончится совещание, и я все ему передам.
Передайте ему, чтобы он немедленно прервал совещание и принял все меры для предотвращения последствий стихийного бедствия, наводнения, которое произойдет завтра в вашем районе. Оно принесет большой урон. Срочно спасайте людей и животных. Вы из дурдома? Сказал ведь тебе, дождь пойдет. Шагай по своим делам. Можно позвонить? Звоните. Товарищ Ахубадзе. Ахубадзе Сумини. Товарищ Гелашвили. Товарищ Гелашвили на коллегии. Попросите Чилидзе. Тазо, каким ветром тебя занесло? Что-нибудь случилось? Странные порядки у вас. На работе никого нет, только секретарши, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Всем на все наплевать. Завтра в Синакском районе произойдет наводнение. Что ты говоришь? Откуда тебе известно? Завтра включи телевизор и узнаешь. Когда это ты успел стать общественным деятелем? Знаешь что? Поехали со мной. Я знаю отличное местечко. Поедем, пообедаем. Заодно и о делах поговорим. Поехали. Нет, сейчас никак не могу. Послушай меня. Идем. Нужные тебе люди все здесь. Ахубадзе. Который из них Ахубадзе? Тот, который садится в черную Волгу. Сэр, бензином не пропахнет? Нет. Батунотар. Батунотар, я ищу вас уже 2 часа. Меня? Я не учел, что был обеденный перерыв. Вы тоже проголодались. Завтра в Синакском районе будет наводнение. Оно принесет большие несчастья. Пока есть время, надо принять меры. Поехали. Я не шучу, я точно знаю. Мы примем меры. Не приставай к человеку. До свидания. Это вы, Батунотар? Что вы скажете о наводнении в Синаке? С кем я говорю? Вчера в ресторане Шиндиси. Настоящий гражданин так не поступил бы. Он принял бы все меры, чтобы предупредить людей. В конце концов, на вашем месте я бы лично поехал в Синаки. У меня нет машины. Можно было добраться и на автобусе, помочь людям в борьбе со стихией. Я не подводник, не спасатель. Звонил в исполком. Никто не захотел меня слушать. Полдня искал вас и еле нашел в ресторане. В Шиндиси. Минуточку, минуточку. При чем тут Шиндиси? Кстати, откуда вы получили сведения о наводнении? Голос Америки сообщил. В любом случае, вам нет оправдания. Это я, Гугули. Принес тебе хорошую весть. Ты что, спал? С самого утра я тебя ищу. Ты знаешь, одни знакомые твой адрес подсказали. Ты знаешь, у меня получилось. 3-2. Прокрутил матч ФРГ Англия. И все совпало. 3-2. Выиграл на 6 ставок 8 тысяч. Половина твоя. Бери. Нет, нет, нет. Бери, бери, я тебе сказал. Ты что, шутишь? Такой матч в мозгах прокрутить. Наверное, голова разламывается. Совсем нет. Было очень интересно. А у кого ты делал ставки? Бенедикт же... Выпустили его. Взяли 20 тысяч и выпустили. Сам знаешь, как это делается. Сегодня мы будем кутить. И не возражай. Нет, будем кутить. Тише, все. Тише. Неудобно. Я не один. Тогда пошли.
Пошли. Нет, нет, я не могу. Ну, прошу тебя, не отказывай. Отметим удачу. Не могу, не уговаривай. Спасибо, Гугули, но я действительно занят. Хочу прокрутить матч Испания-Венгрия. Ну хорошо, что я могу для тебя сделать? Не стесняйся, говори. Хочешь, поставлю тебе железную дверь? Нашел миллионера. Нет, все, все, решено. Железную дверь не надо, а вот если сантехникой поможете. Поможем, конечно. О чем разговор? Покажите. Пойдемте. Здесь у нас ванная. Краны вышли из строя, все надо менять. Поменяем, не беспокойтесь. А это кухня. Ни горячей, ни холодной водой пользоваться невозможно. Да и крыша протекла. Нет, нет, не трогайте. А то потом не закроешь. Напугали. Сделаем. У моего соседа золотые руки. Он вам всю сантехнику за 2 дня исправит. А потом мы полный ремонт сделаем. Ремонт нам пока не нужен. Как скажете. Дорогой Гугули, мой тебе совет. Не увлекайся сильно футбольным предвидением. Это может отразиться на нервной системе. Лучше звони моей соседке. Я тебе скажу счет. Телефон 93 98 97. 93 98 97. Ах вы мои дорогие. Ваш бокал. Итак, за вашу семью. Пусть мой приход принесет счастье вашему дому. Спасибо. Ой, вас облило. Ничего. Это ничего, друзья. Будьте здоровы. На ваши окна поставим решетки и посадим вас в железную клетку. Сегодня в 10 часов утра из гаража гражданина Чилаидзе по Анакской улице 117 был украден автомобиль «Жигули». Похитители Гайос Метревель и Елена Папаниди решили прокатиться на угнанной машине. На набережной они развили большую скорость, не справились с управлением и врезались в столб. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. На экране вы видите то, что осталось от автомобиля. Превышение скорости и переезд за центральную линию – основные причины автомобильных аварий в нашем городе. А это совершенно особое происшествие. У лжи короткие ноги, и это знает каждый человек. Харитона Кенчадзе с первого взгляда трудно представить вымогателя. Как будто ничего особенного не произошло. На 70-летнего мужчину наехала машина, в результате чего у этого гражданина оказалась сломанная нога. И таких происшествий в нашем городе насчитывается десятки ежедневно. Но в этом случае мы имеем дело с жульничеством. Это автопроисшествие, как показали наши архивы, оказалось 14-м по счету для Харитона Кенчадзе. Поразительно то, что он попадает в них не по рассеянности, а специально. Мы имеем дело с профессиональным вымогателем, который в зависимости от степени полученной травмы и материального положения водителей получает от них солидные средства. На этот раз своей жертвой он выбрал гражданина Джугелли. Его машина ГАЗ-24, номер 77-77. Инцидент произошел вчера в 6 часов вечера на улице Костава перед Верийским парком, где, между прочим, есть подземный переход. Хорошо. Хорошо, хорошо. Все понятно. Кому сейчас хорошо живется? Да. Чурха, ты? Где твой отец? Что? Сейчас же верни его. Не найдешь? Ничего, ничего. Потом расскажу.
Здравствуйте, дядя Харитон. Тазо, куда ты пропал? Совсем не заходишь к нам. Об этом после. У меня к вам одна просьба. Слушаю. Сегодня вы должны отказаться от дела. Во-первых, сломаете ногу. А во-вторых, вас разоблачат. Ведь это ваше 14-е происшествие. Ну, допустим, 79-е. А откуда ты знаешь? Дядя Харитон, не удивляйтесь. Я узнаю о предстоящих событиях за день вперед. Сколько экстрасенсов развелось? Деваться от них некуда. Вы должны мне поверить. Для вас же будет лучше. За меня не волнуйся. Эта профессия у меня наследственная. Еще мой отец бросался под фаэтоны. Другого я ничего не умею. И чем плоха моя профессия? И сейчас все бросить. Когда я довел свое мастерство до высочайшего класса... Сколько же вы хотите заработать? Кто такой Джугели? Даже фамилию знаешь? Тогда должен знать, что для Джугели одна-две десятки ничего не стоит. Иногда он их делает за один день. Вот их-то он и выложит. Да, но 20 рублей что за деньги? Какой же ты экстрасенс, если не знаешь, что речь идет не о 20 рублях, а о 20 тысячах, 20 тысячах. А ты как думал? А сейчас не мешай мне, если хочешь увидеть маленький спектакль. Аплодисменты мне не нужны. Видишь? Телефон-автомат. Позвони в скорую. Это самое лучшее, что ты можешь сделать для меня. Вас по телевизору покажут, честное слово. Отойди. Что ты пристал? Я свое дело лучше знаю. Не ходите, дядя Харитон. Убери руки. Я не пущу вас. Отстань. Ой, люди, вы же видели, он сам бросился под колеса. Я ехал медленно. Боже мой, что там произошло? Кажется, я действительно сломал ногу. И все из-за тебя. Вызывай скорую. Очень прошу вас поверить мне. Сегодня на Анакской улице двое молодых, Кайоз Метровели и Елена Папаниди, угонят Жигули гражданина Члаидзе. И на этой машине разобьются, на набережной. Необходимо принять меры для их задержания. Да, но откуда у вас такие сведения о будущих событиях? Просто я телепат, предсказатель. Ну хорошо. А радикулит случайно вы не лечите? Да нет, я только каждую ночь вижу во сне события наступающего дня. Вот, например, сегодня будет 5 аварий. Все с тяжелыми последствиями. На первый из них я и заостряю ваше внимание. Надо действовать немедленно, вы должны им помочь, они еще очень молоды. Возьми это. Вот номера машин и фамилии тех, кто попадет в больницу. Спасибо. А как ваша фамилия? Где вы работаете? Я фотограф, Тазо Надарае. Работаю в ателье на проспекте Давида Агмашинавели. Правда, я вижу события только на день раньше, но думаю, что и за день можно сделать много хорошего. Скажите, вы видите сны только про аварии? Нет, ну что вы. Другие тоже? Конечно. Например? Например, футбол, погоду, кино. С музыкой? Да, с музыкой. Но черно-белые. А цветные? Цветные не снятся. Но простите, если мы тут увлечемся разговором, то двум молодым людям помочь уже не успеем. Не волнуйтесь, я уже принял меры. Ваш пациент. А этих людей ты не видел вчера во сне? Может, вы все-таки предотвратите аварии? Список у вас на столе. Послушай, тебя первый раз забирают в психушку? Да, первый.
Запомни, принцип большинства таков. Их много, а нас мало. Поэтому мы сумасшедшие, а они очень умные. Патанонико, это человек не буйный, таких 10 тысяч в городе. Может, отпустим его? И в больнице нет мест. Если нет мест, куда тащите нас в такую жару? Да здравствует свобода, брат. Какая может быть свобода, брат? Их очень много. Много. Где живете? Лермонтова 10. Поехали на Лермонтова. Как тебе нравится подарок Гугули? У моего несчастного Ипполита на могиле такая же. Иди сюда. А это тоже подарок Гугули. Где старый телевизор? Его забрали рабочие Гугули. Куда забрали? Я откуда знаю, куда? Это железная дверь, железные решетки. Что происходит? Почему вы вмешиваетесь в мою жизнь? Ненормальный. Тазо, рад тебя видеть. По четыре. Где телевизор? Какой телевизор? Мой старый телевизор. Старый телевизор? Я же тебе новый принес, и верю. Показывает по высшему классу. А что, не нравится? Мы порядочные люди, никогда не ошибаемся. Не так ли, Бено? Никогда. Куда дели мой старый телевизор? Рабочий взял, куда он его дел? Отнес Герману в пункт сдачи. Поехали к Герману. На кой черт ему это барахло? Ничего не знаю. Завтра же принесешь мой старый телевизор. Да что с тобой? Хочешь, куплю тебе Panasonic вместе с видео? Зачем мне Panasonic? Это был подарок моей бабушки. Подарок. Ну чего разорался? Вот он, подарок твоей бабушки. Даже здесь он никому не нужен. Ладно тебе. Разволновался я, Гугули. Ну так же нельзя. Ну, двинь меня, если хочешь. Тазо! Тазо! Вот ключи, Лали оставила. Прежде всего, может быть, наравне вот с немцами, просто обязаны здесь оставить свой след, свою печать на последнем оставшемся этом куске берлинской стены. Едва Боинг 427 авиакомпании «Панам» вылетел из Ленского аэропорта, посольство США в Москве позвонил незнакомец и предупредил сотрудников посольства о том, что в самолет, следующий по маршруту Вена-Нью-Йорк, подложена бомба.
Боинг немедленно возвратили в аэропорт Вены. В его грузовом отсеке действительно была обнаружена бомба, которая должна была взорваться через полчаса после взлета. Экипаж самолета и 300 его пассажиров безгранично благодарны тому неизвестному человеку, который позвонил в посольство и спас их от гибели. Сейчас приду, Гену. Ладно, иди. Надере, Москва, 49-я кабина. Надере, Москва, кабина 49. Алло, американское посольство. Вы слышите меня? Записывайте. Сегодня... 2:15 по среднеевропейскому времени из аэропорта Вены в Нью-Йорк прилетает Боинг компании Pan Am. Немедленно приостановите полет. В багажном отсеке самолета находится взрывное устройство. Записали? Надарай к следователю. Кому дебилка? Как настроение, товарищ Надарая? Долго еще будешь крутить нам мозги? И не думал. Итак, вы утверждаете, что за границей у вас родственников нет? И никогда не было? Никогда. Какой же ты грузин, парень? Пьешь тост за предков, а не знаешь, кто они и где они? На Абашском кладбище. Знаешь ли ты Лали Джаши? Между прочим, она твоя родственница. Родственница? Дед твоего деда, Гуджуджа Надарая, возил на продажу в Ливию самшит. Оттуда он привез жену, арабку. Их дочь Анетта вышла замуж за крестьянина Челебадзе, а его внучка Марина вышла замуж за сына двоюродного брата второго дедушки, Вано Джаши. А Лали Джаши приходится внучкой Вано. Если так глубоко копать, то и Адам окажется моим дедушкой. На вашем месте я бы не слишком иронизировал. Тебе будет предъявлено серьезное обвинение. В американском Боинге находят бомбу. Информацию об этом передает советский гражданин. Что это значит? Это значит, что вклад нашей страны в нейтрализацию международной напряженности идет на смарку.
Наоборот, Батону, я же спас 300 человек и Боинг. Значит, ты во сне увидел предстоящую авиакатастрофу? Понятно. Но нам известно и то, что ты заранее знал и о наводнении в Синаке, автоавариях и о футбольных пари. Ну хорошо, я могу допустить, что ты обладаешь даром предвидения. Можешь предсказать события в городе и республике. Но как ты узнал, что в Вене в самолете заложена бомба, когда из своего города ты и шагу не сделал? Это так, и что мне делать? А вчера что ты видел во сне? В том-то и дело, что я вижу сны только у себя дома, в своей постели. И нигде больше. В своем доме, в своей постели. Понятно. Уважаемые телезрители, вы хорошо знаете, что провидческие сны давно знакомы науке. Но сейчас мы имеем дело с совершенно уникальным явлением. Медиуму Томмазо Надарае днем раньше снятся все те события и факты, о которых рассказывает грузинское телевидение. Ввиду того, что грузинское телевидение транслирует программу «Время» и некоторые другие передачи центрального телевидения, то и эти передачи снятся Томмазо Надарае. Значит, он узнает обо всех важнейших событиях, как у нас в стране, так и за рубежом, на день раньше. Будь то футбол, катастрофы, забастовки, террористические акты и даже результаты конкурсов красоты. Исходя из этого, Батону Томмазо Надарае может принести большую пользу народам мира. Как показал нам факт спасения американского самолета с 300 пассажирами на борту. Сегодня Батону Томмазо Надарае наш гость. У нас в гостях также известный экстрасенс. Один из пионеров движения парапсихологов Батону Георгий Чхаидзе. Батону Георгий, пожалуйста, ваш комментарий. Дар предвидения является для человечества тайной за семью печатями. Точно так же, как и природа сна. Несмотря на то, что ученые всего мира изучают это явление очень давно, реальных результатов до сих пор пока получено не было. В лице Томмазо Надарае мы встретились с исключительным случаем. Для меня, например, совершенно непонятно, как ему удается связать свои сны с передачами телевидения. И плюс ко всему предвидеть предстоящие события на один день вперед, как у нас в стране, так и за рубежом. Знаете, прежде чем прийти к вам, я чуть не оказался в психиатрической больнице. КГБ тоже проявляло ко мне усиленное внимание. 3 дня я просидел у них в камере. Ну и после освобождения мне приходится жить в ненормальной обстановке. Оставьте меня в покое. Дайте возможность жить так, как я жил. И я даю честное слово, что если увижу во сне какое-либо бедствие, обязательно сообщу всем. Я обыкновенный человек. Если не выпью вина с друзьями, не погуляю с красивой девушкой, не смогу побыть один. Зачем мне такая жизнь? Hey,
Тазо, тебя ждут внизу. Кто? Приведи сюда. Пойдем и увидишь. Пойдем. Тазо! Тазо, ты куда? Сейчас вернусь. Что, кутишь? Почему бы и нет? Я же просил тебя отвязаться от этой идиотки. Лали не идиотка, ты это прекрасно понимаешь. Будь она нормальная, разве променяла бы меня на тебя? Именно потому, что нормальная, она и поступила так. Ты рядовой доцент, которых в Тбилиси тысячи. Да и как ты достиг этого, ни для кого не секрет. А я известный экстрасенс. Мне предлагают клинику. Меня приглашают в другие страны. Я объеду вместе с Лали весь мир. Так что не такая уж идиотка твоя бывшая жена. Я просто набью тебе морду. Сами разберутся. Даже драться не умеешь. Это та зона Дарая? Мере. Дальше что? Кооператив Пророк беспокоит. Да пошел ты. На кого ты похож, бродяга? Я подарил тебе замечательную штуку. Думал, встанешь на ноги, раздобудешь немного денег и мне, старику, подкинешь. А ты? Что я? Зачем ты стал бегать? В автоинспекцию. Правительство. Да если бы оно было на что-нибудь способно, разве оказались бы мы сейчас в таком положении? Потащили тебя в психушку. Так тебе и надо. Жаль, что не довезли. Попрыгал бы там. Во-первых, ты мне ничего не дарил. Выманил обманом 400 рублей. Отдай мои деньги. Вот тебе деньги. Пойми, наконец, простофиля. Все, что должно свершиться, обязательно свершится. Сколько бы ты ни прыгал. А вот и нет. Боинг же я спас. Спас или нет? Да Боинга ли тебе, несчастный? Питак в кармане не задержится. Как понравилась тебе камера КГБ? Ну что, получил? И пальцем не тронули. Так я тебе и поверил. Говорю же, меня там никто не бил. А вот я сейчас кого-то побью. Попробуй. Только попробуй. Я тебе нос расквашу. Руки. Руки убери. Как ты смеешь, осел? Рубаху порвешь. Руки! Квартира экстрасенса на Дарая?
Арабатану. Кириле Квинтрая. Это квартира Кириле Квинтрая. Та зона Дарая здесь живет? Нет. Но мне сказали, что здесь. Он переехал. Прости. Переехал. Простите, квартира на Дарая? Да, сударыня. Я Тазона Дарая, ваш покорный слуга. Мне нужен ваш совет. Речь идет о верности мужа. Если он завел любовницу, я не стану держать его в доме ни минуты. А что здесь советовать? Выполнять? Когда вас можно увидеть? В любое время. Когда пожелаете, хоть в 3 часа ночи. Не стесняйтесь. Уважаемые телезрители, вчера в 11 часов вечера в ресторане «Ориант» во время драки был убит известный экстрасенс Томас Надарая. Участники драки задержаны. Будем надеяться, что следствие выявит убийцу. Это я, Гугули. Где ты пропадал столько времени? Какая жара, а? В общем так, мой дорогой, мы должны прокрутить матч. Австрия, Италия. Нужен счет. Ставки очень большие. Что случилось? Сегодня в 11 вечера меня должны убить в ресторане «Ориант». Что? Сон видел, что ли? А ты не ходи туда. Пойду или нет, не имеет значения. Неизбежное свершится. Я весь вечер буду с тобой. Не оставлю одного ни на минуту. Выпить есть? Есть. Ну все. Значит, в 11, да? Знаешь что? Давай выпьем за того человека, который должен тебя убить. Его здоровье. Короче, выпьем за твоего убийцу. Кому это я насолил? Откуда мне знать? А ты не хотел бы увидеть моего убийцу? Хотел бы. Должны мы это сделать? Должны. Идем, вариант. Идем. И посмотрим, кто посмеет нас тронуть. Случайно не этот лысый твой убийца, а? Или нет, вон тот. Здоровяк, а? Ну и шутки у тебя. Чуть потише. Дамы и господа, дорогие братья грузины, я съел порцию бифштекса, запил ее 3 бутылками кахетинского, а в карманах ни гроша. Если найдутся желающие уплатить за меня, не стесняйтесь. Я его знаю. Чуть вместе с ним в психушку не попал. Заказывай, дорогой, что хочешь. Все будет оплачено. Извините. Этот человек мой старый знакомый. Прошу к столу, пожалуйста. О, Тазо.
Извините. Как поживаешь, дорогой? Здравствуй. Гугули. Анзор. Присаживайся, дорогой. Как дела? Давно выпустили из психушки? Если выпустят, некуда деваться будет. Младший брат опередил меня, женился. У него уже 5 детей. Дай Бог им счастье. 9 душ живут в 2 комнатах. Вот там и есть настоящий сумасшедший дом. А в моей психушке комфорт. Завтрак, обед, ужин каждый день. И бесплатно. А когда не в МАГАТУ, Геронтию рубль в зубы, он наш санитар. И гуляю на воле. Как зовут тебя, напомни, Анзор. Анзор, дорогой, прекрасно ты устроился. Могу и тебя пристроить, если захочешь. Подумаю. Та женщина, с которой я танцую, моя законная жена. Кончай обезьяничать. Думаешь, я не заметил, как ты ей подмигивал? Я подмигивал? Да, ты. Я не слепой. Прекрати придуриваться. Не знаю, я на все способен. Друг мой, покажи, которая твоя жена. Обожаю смотреть на красивых женщин. А ты заткнись, не влезай в чужие дела. Ну, хватит вам. Давайте лучше выпьем. Он что, с летающей тарелки свалился? И он считается нормальным, а я сумасшедшим. Тазор, хочешь, я его побью? Будь другом, успокойся. Видишь, человек не в себе. Мы же кутить приехали. Будем здоровы. У этого несчастного и правда красивая жена. Я же предупреждал тебя. Прекрати разглядывать мою жену. Что ты придираешься к людям? Иди за наш столик. Извините, это я виновата. Оставь меня. Иди на свое место и выступай. Послушай свою жену, дорогой. По всему видно, она у тебя умница. Дорогие друзья, я сегодня сбежал из сумасшедшего дома. Вот этот человек может подтвердить. А теперь объясните мне, почему я считаюсь сумасшедшим, а вы нормальными? Потому что вас много, да? Кто прислал? Инкогнито. Давайте этот бокал поднимем за тех, кого мы любим. Выпьем за тех, что у нас в сердце. Тогда я выпью за одну красивую женщину. Ты мой дорогой. Пьем до дна, пьем до дна, пьем до дна. Расскажи что-нибудь о сумасшедших. Я не нищий, заберите вино. Я тебя. Остановись, Гугули. Ой, кирпич. Не волнуйтесь, я врач. Надежда есть, доктор? Пульса нет. Ну как ты? Налей боржоми, пожалуйста. Ты должен полежать 2-3 дня. У тебя сотрясение. Как это произошло?
На тебя упал кирпич. Ты чудом уцелел. Представляешь, тбилисское телевидение объявило о твоей смерти. Давай я. Возьми. Сильно болит? Терпимо. Тазо? Ну как, на том свете жить можно или здесь лучше? Здравствуйте. Дорогой, выпей с нами. Нет, не сейчас. Ну, всего один бокал. Нет, нет. Это укрепляет здоровье. После, после. Учти, мы ждем тебя. Зачем ты это сделал, Тазо? Спятил, что ли? Телевизор – первый враг человека. Ты прав, Тазо. Помнишь, как хорошо было без телевизоров? Все вместе отдыхали. Какие кутежи закатывали. Какие потасовки были. Мы умели тогда проводить время. А сейчас запремся в своих квартирах, уставимся в телевизоры. И ничего нас больше на свете не интересует. Кого ты обманываешь? Выбросил старый телевизор, а цветной рубин оставил. Выбрасывай его. Ну-ка, давай, давай. Тазо, что случилось? Выкинул старый телевизор. Почему? Иди ко мне. Ты что, и вправду думаешь, что я экстрасенс? Весь секрет в телевизоре. Я купил случайно старый телевизор, который показывал все события на день раньше. Как это на день раньше? Я и сам не знаю как. Не могу объяснить. А сколько он мне неприятностей принес, ты сама знаешь. Вот я и выкинул его. Ты выкинул такой телевизор, немедленно принеси его обратно. Помнишь, ты спросила, устраивает ли меня такая жена, как ты? Устраивает. Что это за передача? Не знаю. А она в программе на завтра есть? Не думаю. По-моему, наш телевизор стал показывать прошлое. Странно. Я пошел на работу. Отстань, Бежан. Разве я Бежан? Приду на обед. А ну-ка, отними. Бежан, а ну-ка, давай. Дай мяч, дай. Тазо, дай мяч. Ты только сам играешь. Дай я забью гол. Хорошо, хорошо, давай. А ну-ка. Что вы опять натворили? Сколько раз я просила не играть с мячом дома. Сейчас я тебя отшлепаю. Не трогай ребенка. Не бойся, Бежан. Что должно разбиться, то разобьется. Ах, тетя Ксения, проходите, садитесь.
Поздравляю вас с Новым годом. Будьте здоровы и счастливы. Всего самого доброго в жизни. Спасибо большое. Присаживайтесь. Я сейчас освобожусь. Видите, что Бежан натворил? Я уже догадалась. Спасибо за приглашение. Зайду попозже. Гугули, это ты? Привет. Привет. Поздравляю. И я тебе. Завтра я за вами заеду и поедем в Ориант. Идет? Идет. Хазу, интересно, что сейчас показывает наш старый телевизор? Может быть, включишь его? Посиди-ка здесь. Лали! 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 Иди посмотри. Кошмар какой-то. Это, наверное, фантастика, нет? Разве нужно такое показывать на Новый год? Подай одеяло. Давай. Очень хорошо. Убери эту рухлядь подальше. Тазо, уже 12 часов. Бежанику, быстрее. Иди сюда, сынок. Поздравляю с Новым годом, с новым счастьем. Тазо, поздравляю тебя с Новым годом и с женитьбой тоже. Спасибо, дядя Кирилле. С кем ты разговариваешь, Тазо? С Кирилле Квинтрая. С каким Квинтрая? Потом скажу. Подайте гузинаки друг другу. Жена, угощай мужа. Я? Не могу же я это сделать из телевизора. Ах, вы мои дорогие. Живите сладко до старости. Не ожидали меня? Берегите друг друга. Послушайте старого Кирилле. Не узнаете? Нет. Тазо, Надарая, вы мне телевизор продали. Какой телевизор? Вы что-то путаете. Мы в универмаге встретились. Не помните разве? Я вас не знаю. Не знаете? Нет.
Не сердитесь. Вы еще пообещали научить меня венгрийскому. Не морочь голову. Я сам не знаю венгрийский. Отстань от меня. Ваш телевизор испортился, батон у Кирилля. Перед самым Новым годом. Не пойму, что тебе от меня надо. Батон у Кирилля. Батон у Кирилля.